Что это такое, друзья, стоит на якоре в наших водах? Да, без паруса. Ответа нет, но симпатично. Так. А, новое в поплавках, друзья. Новое в поплавках. Я не знаю, как рыба к этому отнесется, конечно. Вот, но... Это все неуважение, конечно. Ну, может, нам братья заинтересуются. Ну, с другой стороны, может, да, сказать, подходы новые. Только в Санта-Крузе, друзья, вы можете увидеть этот флагман. Флагман ресторанного флота. Тут на втором этаже хороший ресторан. Туда еще не сразу попадешь, бывает. Да. Вот наши гости, уже местные, ширые американцы. Можно так сказать. Можно и так сказать. Да. Ой. А в Николаеве вообще народ это, украинскую мову разговаривает? Сейчас это стало достаточно модно. Не среди всех, но среди многих. Могут. Но при желании могут. А как? Окей. Большинство может на оба языка. А есть какая-то это действительно проблема в том, что вот это двуязычие, как-то его зажимают или там русскому языку там... По правде говоря, это все надумано. Надумано, окей. Что вы себе думаете, друзья? Стояла без паруса, дурака валяла. И вот пошла. Есть такой анекдот. Знаете, как мужики сидят на заваленке, там на рельсах там паровозик какой-то, кукушечка, стоит. И так чух-чух-чух-чух и не едет никуда. Ну, мужики смолят там свои папироски. И один говорит, это уж точно теперь никогда не поедет. И говорит, да, говорит, не поедет. И вдруг она чух-чух-чух-чух и пошла. И мужик говорит, ну теперь уж фиг остановишь. Умеют, друзья, пройтись на парусе, понимаете, под парусом, по серебристенькому, умеют. Небо монументальное. Да. Вот такое небо. Это выдра. Это она на спине лежит. Морская выдра. Сколько же всего тут водится. Да, жратвы на всех хватает, друзья. Хватает на всех. Вот их уже две тут. Выдры. О, по брюху. По брюху, молодцы. Да. Что-то он жует там, нет? Да, кажется, есть. Жует, наверное, рыбу поймал, жрет. В общем, настроение у наших водок. Да, это иллюстрация, друзья, к известной фразе «Без кайфа нет лайфа, хоть фейсом об тейбл». Вот он. Чтоб всем нам, друзья, так enjoy life. Вот, что я хочу сказать. Их там уже больше, чем одна. О, подруга. О, эти ласточка. Друзья, кто из нас, друзья, не поймет этих близких нам по духу обитателей Тихого океана? Друзья, вы видите сиротливо расположившегося морского льва. А остальные смылись куда-то. Смылись они капитально, мы тут обошли все, что было. Чувствуется, что большой приток туристов. Они тут рычат, пугают животных. Чувствуется, что приближается праздник День независимости. 4 июля, это завтра. Видите, как там все орут. Даже здесь слышно, как орут эти люди. Я вам скажу тоже, это, наверное, страшно вот так, слушайте. Правда? И так она затихает, затихает. Уже криков меньше. Да. За свои же деньги. Так надо поорать уже, что же, если так. Если уже все равно потратился. Тишина бесплатно идет. А чтобы покричать, надо денежку заплатить. Друзья, не говорите, что я гурман. Но просто я не мог мимо пройти. Как можно пройти мимо-то как? Ну.
в окошке тут, в ресторанчике. Вот такое зрелище. Да, друзья, оживленная жизнь тут на пирсе-то. Ну и так мы с гостями нашими погуляли и пойдем, наверное. Какая панорама. Да, друзья, каких только номеров не встретишь на дорогах калифорнийщины.